В Бендерах приступили к ямочному ремонту. В первую очередь приведут в порядок самые оживленные трассы. Работают дорожники по улице Коммунистической и Панина. Устраняют самые крупные, а значит, самые опасные ямы. Сегодня автовладельцам сложнее выбирать безопасную траекторию движения. После долгой зимы с обильными осадками асфальт на оживленных магистралях города пострадал сильно. Коммунальщики начали ежегодный ямочный ремонт. Работы охватили сразу несколько улиц города. Первым делом фрезеруют ямы и выбоины. Это улица Панина, дальше улица Ермакова. Одни из самых оживленных улиц в Бендерах. После необычно снежной зимы для нашего региона асфальт в плохом состоянии и требует ямочного ремонта. Такой ремонт проводится ежегодно. Не будет дождя, просохнет. Начнем асфальтировать. Сейчас, в данный момент, мы фрезеруем. Ну, объем работы мы сделали Панина почти 30 квадратов, Ермакова сделали 30 квадратов. Сейчас пойдем на Коммунистическую, там 40 квадратов. Движение интенсивное, потому неудивительно, что дорожное полотно быстро изнашивается. Тяжелые фуры, легковые авто вынуждены петлять мимо выбоин. Ямочный ремонт сейчас начался. Во сколько дороги нуждаются в нем? Очень нуждаются. Очень сильно, потому что дороги никакие. Наверное, процентов 80. Очень после зимы как бы изменилась ситуация. После фрезеровки уложат асфальт. Движение не перекрывают. Дорогу ремонтируют полосами. Центр – Шелковая, улица Индустриальная, Борисовка. Это следующее направление, где будут проходить работы. Работы ведутся за счет средств дорожного фонда.